Алтайский край, Владимир Иванович, город Бийск. Никифорова Надежда тебе прислала. Олег, а тут вам с Серегой. Сарчуковым. Ну давай, переверни, да. Вот и пошел, давай, подздевай по бокам. Краям. Поближе, Владимир Иванович, сюда, чтобы не на весь магазин. Пока нам здесь разрешили немножко. По пакетам сразу вот взяли. Переложить Сереге оставим. Серега не пришел. Телефон выключил. Хотя сказал, придет. Чего ты не открываешь? Ставь вот сюда, Владимир Иванович. Открывай. Вот сюда ставь. Вот сюда ставь. И открывай. Сейчас Олег тебе даст. Чем ты там открываешь? Да она прям гнется, блядь. Скрепка, что ли? Ножик может. Ларис, дай ножик. Какой? Ножик дай. Ножик. Посылку открыть надо. Сейчас отдам. Ну дай сразу Олегу. Пусть он там подденет как надо. Владимир Иванович. Не, да? Ну ясно. Ёпта, сути. Ставьте на пол и скрывай. Сейчас, не дай бог, зайдет Руслан Бахапыч, кто-то вылетит вообще с работы. Давай, поставь на пол, Владимир Иванович. Все, 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 убираем. Владимир Иванович, на пол поставь. Иди сюда, я помогу. Ну мы тут с краешку сейчас по-быстренькому. Открывай, Владимир Иванович. Все. Вот здесь поддевай. Олег. Крышку отрывай сразу. Олег, что, никак не дотямаешь, как открыть? Бля, ну ты пиздец. Разрежь ее всюду и все. Держи вот эту, здорово, убираю сюда, да. Давай, да, 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 да. Ну, открывай эту теперь. Поднимай. Ну. Скажи жизни да, бывшего. Бывших зависимых людей. Опа. 100 рублей. 100 рублей. Книжечка тебе, Владимир Иванович, 100 рублей. Что там еще? Носочки. Колбаска алтайского морала, конфеты, правда выпали из коробочки, но ничего страшного. Владимир Иванович, пакет бери и залаживай. В руках же не понесешь. Олег, что тут вам теперь? Пакетик возьми у Ларисы. Зачем, на? Открывай, смотреть будешь, сам будешь слаживать. Кого на? Куртку пошла. Это, наверное, большой размер, Серегин. Ну-ка, открывай. Показывай. Calvin Klein. Это, наверное, на Серегу, не? Да, ну, он шире в плечах. Шире в плечах? Ок. Не ок, а Calvin Klein, ок, блядь. Карабин, пакет. Ты возьми, пойди, пакет у Ларисы маленький, желтый, и сложишь. Там как раз все поместится. Ларис, дай пакет. А это вещи Ларисе туда. Олег, аккуратно, слаживай ровненько, чтобы ни одна куртка поместилась. Ларис, что ты ткаешь туда, а бы как? Что, свернуть не можешь?
Оба. Джинсуха. Ну-ка, Олег. Давай, давай. Ну, тут... Это уже Серегина. Это Серегина. Большой размер. Вытаскивай, открывай, смотреть же надо. Че ты, блядь, слаживаешь ее? Ну-ка. Бля, зачетная картоночка. А? Да не, это не на Серегу точно, явно. Плечи, это, наверное, мне будет такой подгон. Сейчас я прикину, Олег. Ты не против? Да нет. Во. Убирай. Разберетесь там потом. Померите, перемерите. Еще не по размеру, тогда видно будет. Ветерок. Оба. Ну-ка. Открывай. Размер. Ну, это Серегин размер, здоровый. Во, какой свитер. С оленями. Клади в пакет, дядь Володь. А коробку сразу на мусорку. Ну-ка. Мы размеры смотрим, понимаешь? И вещи заодно сразу. Найковская. Ну-ка, открой. Оба, это, Олег, наверное, твоя размер. Забирай. А коробку на мусорку, Владимир Иванович. Ну. Джинсы. Походу Серегины. Олег, на твою жопу точно будут большие. Видал, какие модневые? Серому. Сергею, да, отдельно отлаживай. В стороночку. Пакет сразу вложи. Клади. Конечно же, клади. Коробку куда? Коробку на мусорку. Туда. Или в урну. Сомни ее и в урну. Рядом с лавочкой там урна. Все. Приходи. Сейчас там что-нибудь урвешь, Владимир Иванович. Где? Какую-нибудь вещичку новую. Обновку. Выкидывай, подходи. Серому, да, пойдет. Шапочушка. Что там еще? Брюки? Тоже на него. Куда они мне, блин? Тоже большие, ну. Да. Строгачи. Попрет. Тоже Серега. Коробки тоже выкинем потом. Понял? Давай еще один. Также по краю. Распаковку посылок с Питера и с Алтайского края. Вещи вот прислали друзьям. Олег, ну ты доволен? А что же надо сказать? Ну да. Огромнейший, Олег. Оба. Тут, смотри, тоже пошло. Спортивный, вижу уже сразу. Вспотел. Давай, давай. Ничего. Остынешь. Открывай. Стой, открывай и показывай оттуда, сверху. Ты что, блядь? Трясутся руки? Бывает. Это на кого? На Серегу или на тебя? Да, нет, на меня. На него? Куда на меня? Нет, наверное, это все-таки на тебя маленький размер. А? Это на тебя, Оля. Бери себе. Второй пакет ложи, там тоже, давай. Это его там, да? Серегина, по-моему. Вытаскивай штаны. Оба. Ну что, на тебя короткий.
Ему короткие будут. Ну, да. Это костюмом Олег идет. Он тем зеленым. Забирай себе. Второй себе открываешь? Ну. Давай, давай, по порядочку. Вытаскивай. Ну-ка. Вот Сереги уже. Большие. Ему туда сворачивай, клади пакет. Пума. Давай, давай, пума. Это что? Пума. Это на тебя, походу. Это поменьше. Твои, Олег. Сереги будут малые. Он ростом высоким. Штаны, какая толстовочка. Трико. Зимние. Это Сереги большой размер. Все, ага, убираем, сейчас идем. Ножик дай, Олег. Ага, спасибо. Давай, давай, по-быстрому. Что ты так долго, Олег? Футболка. На тебя. Маленькая, да. Побыстрее, Олег, чухайся. Мы ж тут не на базаре. Эти маленькие. Ну-ка. Пошли. Маленькая? Ну-ка. А, нет. Куда мне? Стой. Как куда мне? Твой размер, а Сереге не налезет. Твоя, Олег. А вот это, наверное, тоже твоя. Ну-ка. Хотя нет, это большой размер. Это Сереге. Футболочка серого, вложи в пакет. Мы его здесь оставим для него. Девчата отдадут. Давай, давай, побыстрее. Сереги белая, большая тоже. Хорошая. Нормалды. Всех приодели по чуть-чуть. Серому. Большая. Ты ко мне показывай. Ты что, как в витрину показываешь? На меня крути сюда, в сторону. Повернись ко мне. Вот так вот развернись и показывай мне, чтобы я видел. Большая. Сереги, да. Пол Зальери. Все ему футболки большие, да. Ну ничего. Серый тоже любит обновки. Найковская. Ну-ка. Тоже Сереги, Олег, большая. Найковская, да. Сереги. Большая. Серому, да. Филипп Лян. Попрет. Зеленый бери. Толстовку, по-моему. От костюма. Ну-ка. Ко мне поворачивай, ты ровно, подожди, да. Давай, давай, я подожду. Ко мне разворачивай в плечах. Сереги вместе со штанами, костюмом тоже. Костюм тебе, костюм ему. Зеленый. Второй ему тоже пакет открывай. Два пакета. Владимир Иванович, вещи, коробок надо выкинуть. Мы сейчас второй понесем, выкинуть. Хочешь по одному тоже. Только сомни его туда. Он туда в урну не влезет, дядь Вов. Давай, Олеган. Погнали дальше. Оба. Шорты, что ли, или что это? Ну-ка. Шорта. Это серому. Сереге точно. Все серому. Размер твой.
Твоя будет, маленькая она ему будет. Это тебе, Пола. Ну-ка. Ко мне поворачивай, ты ёпта, блядь. Все, все, идем, Ларис. Две вещи осталось. Это Сереге, по-моему. Ну да, большая. Тебе будет большая. Все, коробок забираем, уходим, Ларис. Спасибо, что разрешили нам тут в тепле открыть, чтобы с коробками не ходить. Ну-ка, в мою сторону сразу. Блядь, что ж ты такой этот, Олег? Блядь, нерасторопный прям какой-то. Ну-ка, серому, большая. Серега будет летом ходить в обновках. Ну и куртец, ну-ка. Вот это вот зачет. Зачетный, Олег. Ну тебе она будет, увы, наверное, большевато. Это, наверное, зачетная серому будет. Или Владимиру Ивановичу. По плечу иди, по плечу. Ну давай, снимай быстро свой этот. Тулуп, давай померяй здесь. Ее? Да, да, ее. Замок наебнул, теперь вот как вот открываешь? А бы как? Вставь хоть скрепку, ты скрепку-то доставлял. Или постираешь, как отнеси. Замки у нас вот мастер делает. Давай, прикидывай. Ты отнес, Владимир Иванович, коробку? Да. Ну ты на этот свой надел. Застегивай замок. Хотя, в принципе, наверное, твой размер. Ну да, нет. Даже если снимешь рукава, ничего? Ни длинный, ни короткий? Да нет, вот поедем. Ну да, да, ну-ка повернись, крутанись. Ну да, это, Олег, твоя. Снимай все. Ложи себе. Серегина здесь оставляю. Девчата ему отдадут. Вот два своих прешь домой, Олег. А два Серегиных оставляем здесь. Видишь как? У Владимира Ивановича все с собой. А что, надо? Угу. А у тебя же есть 100 рублей. На еще полтинник. Ларис. Мороженое. Олег, сначала коробки отсюда выкидываем. Сергеева, давай. Два сделай одинаковые. Чего же один маленький, другой большой. Что-нибудь положи туда, клади. Переложи. Чего ж ты так неаккуратно складываешь? Ёб твою мать. Не это. Не трясись ты нихуя. Все, хватит. Это Серегина, да? Не перепутал ты ничего? Нет. Ларис, можно оставить Сережкину? Он заберет у вас. Сегодня или завтра? Два пакета. Это вещи ему, да. Скажи, все вещи с Питера ему скажи. Скажи, что мы передали. Пусть заберет. Вроде по размерам нормально угадали, да? Ну да. Ну вот. Давай коробок сразу тащи в контейнер. А потом да. Приходи, кофе попьем и пойдем. Все, Ларис, мы теперь только кофе пьем, мешать не будем. Ой, у нас весной пахнет ужасно. Олег понес в контейнер коробок. Посылки получили. Перепало всем троим. Владимиру Ивановичу. И Олегу, и Сергею. Ну что, ваше благородие, что будем делать? Разбег мочить. Посылки получили. Сейчас вот Олег понесет домой свои. И Владимир Иванович свой пакет. Ларис, сделаешь там три кофе? Ты будешь? Ага. Тетя Том, будьте так любезны, три кофе. Отойди в сторону. В сторонку отойди. Что будем делать? Домой? Угу. Нет, в
Ты не спеши, Владимир Иванович. Успеем. Всем добра, друзья. Едем дальше.